Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1442, события дня. Псалом 68, 2 стих. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей». За 24 ноября 2019 года. И далее показываю весь этот псалом, почти весь. Медленно считайте. Я буду проводить, а вы задерживаете сколько надо курсором. Дальше обращение у нас. Ищут помощи. Покупки комбайна. Настоящий фермер, верующий. Средств не хватает. Может, найдутся добрые люди. Вот они, их ролики снятые. И дальше, что переписка какая была за день. Все выставляем. Это помогает насчитывать вопросы. 55 папок, 4124 вопроса на сайте. Ирина Горящая пишет. Мир вам. Благодарю Господа за то, что через интернет узнал о вашем канале. Ваш опыт неприглаженных роликов для меня очень ценен. Бывает, я с чем-то не соглашаюсь, но это от того, что своего жизненного опыта маловато. Теперь же скажу о черно-белой хронике 70-х годов о семье Игнатия Тихоновича Потеряевки. Очень трогательно. Ну вот что, речь идет о воскресенье. Как всегда встали 4:40, а я встал в 2 часа, может, не полных даже. И к 4:40, когда все встают, в это время я успеваю разобрать почту в интернете. Володя побежал в храме топить, я здесь еще в интернете торчу. Ну, служба была, литургия при батюшке, потом собрание. Батюшка выступил довольно эмоционально. Ну и хорошо, слава Богу, как пастырь, заботится об овцах своих. Ну, потом батюшка уехал куда-то, то обычно больных причащать. Тут песнопение было и трапеза всегда.
приносят с собой еду, а потом занятия. Занятия так продолжаются. Продолжаются, и которые в прошлый раз закончили, где, что там есть. Ну и показать наши. Вот. Мой мир, где можно переписываться. А лучше еще в скайпе. Игнатий Лапкин. Сразу найдете. Вот так. Вот у нас какая. 80 лет. Барнаул. Женат. Все тут написано. Помощь. Нет. Не нравится. Что-то не сказали. Ну, то неправда. Он не сказал. Ну, там, ну, помог, 1000 рублей переслал, оно уже 3 миллиона. Ну, ясное дело, даже не успевает отвечать. Благодарность. Не ради благодарности, во-первых, раз, а потом это не соответствует действительности. Вот, ничего тут еще и не было сделано. Как было, так и есть. Игорь работает. 1000, это тоже деньги. 1000. Но если нужно там 3-3,5 миллиона за комбайн, а то и больше, до 5 миллионов, ясное дело, что не все так просто. Не в раз. Ну и второе у нас открытое. Очень большой форум. Вот он как выглядит, православный форум. Пожалуйста. И после этого можем показать, что у нас есть видеоканал. Православный видеоканал. Вот он как. Так и называется. Православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Ну, еще есть сайт. Огромный сайт. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот так. Ну, на этом все. Володя там своими делами занимался. До вечера дошел. Иди, проходи, Буска тут. Это синеглазая. Вот она вышла тут. Прям рядом проходит. Ну, иди, иди. Голубые глаза. Ну, на этом все.